Итак, друзья, у нас мы находимся по другую сторону Гранд Каньона. Вот с этого места мы прыгали. С того места я прыгал. Сегодня испытательный полигон. И вот так он смотрится отсюда. Очень интересно. Совсем другое впечатление. Отвесная скала. Такая высотенская. Главное, что когда ты смотришь со стороны, вот она, кажется, не высокая совсем, да, как бы подошел, прыгнул. Но когда ты подходишь наверх этой скалы и смотришь туда вниз, кажется, очень высоко, елы-палы, обалденно высоко. И, конечно, ощущение желания прыгнуть уже не такое оптимистичное, как это было, когда ты смотришь издалека, когда это кто-то делает без тебя. Когда же доходит до вопроса, тебе это сделать, ты начинаешь немножко сомневаться. Но мы это сделали, и это было замечательно, просто замечательно. Как я уже говорил ранее, друзья, это прекрасное испытание вашего адреналина, ваших мужских качеств. Способность преодолевать такие маленькие препятствия сказывается на вашей жизни. Это уроки жизни, которые мы проходим. Если вы прошли здесь испытания, то вы пройдете его и в других жизненных ситуациях. И вот таким образом, шаг за шагом, мы учимся преодолевать трудности и препятствия в жизни. Создавайте себе такие условия, где вы можете тренироваться и возможность испытать себя, закалять свой организм, закалять свою психику. И если вы это делаете, вы мужаете и крепчаете. А здесь очень интересное упражнение, такой снаряд, который специально для похудения, такой массаж ягодиц для того, кто хочет похудеть. Вот так вот стоят в очередь девочки и хотят спуститься сверху вниз для того, чтобы удариться внизу ягодицами. Вот. Маленький древен тоже замечательно. Вот, пожалуй, так смотрится каньон, этот Гранд Каньон Коростышевский. Что находится в 100 километрах от города Киева. Друзья, посетите это место, испытайте себя. Очумительный адреналин, который вы можете зарядиться, находясь в этом прекрасном месте. А с вами была vedadom.com и Академия Успеха, Семье, Бизнесе, Обществе и Духовности. Намасте.